Собственно, теперь посмотрим на этого говнюка в деле. Видим, что графика просто потрясающая. То есть снежок падает, все как отлично. Знаменитые футболисты Сечев, Коса, Эдриано. То есть те, кто надо, советую игру всем купить, потому что Россия вперед все-таки, да. И видим, что интеллект компьютера очень велик, он даже не может развести мяч. А нет, все-таки ему хватает мозгов, и он начинает сразу же стремительную атаку, такую прям кинжальную. Первый же удар по ротной части, может быть. Коса прорывался, Жунинье. Эндерсону. Так, мы пытаемся отбиться, так как в игре нет никаких настроек управления, поэтому у меня ни хрена не получилось настроить игру под себя, еще и с джойстика пробовать поиграть, так что играю с клавиатуры. Не знаю, и нашел только кнопку паса и передвижения. Окинфеев блестяще парирует ударчик. Так, Облонин на Паськова. Перехват Зериберто. Подкат Верезунского. Блин, наши парни, Верезунский, Окинфеев просто блестящий. Оба Оршавина бы выпустил на поле, только не знаю, как что-то делать вообще. Когда жмешь Escape, появляется просто выйти из игры, и все, никакого меню нету. То есть видим, что игра действительно прекрасна и хороша. То есть видим, что компьютер настолько умен, что даже выбивает мяч из пустых ворот моих. То есть это прекрасно. Так, Незмайлов. Все знают Марата Незмайлова. Ну, знаменитейший игрок. Играет за границей где-то в Пинфике, по-моему, или в Шпортинге. А нам забивает гол Риналдиньо. За хоть название странно нормально написали. Даже повторы, смотрите, как это шикарно. Как я сейчас пытался выйти оттуда, но мне предложили выйти из игры. Я бы с удовольствием вышел, но мне надо до конца показывать этот прекрасный симулятор, то есть, чтобы вы оценили всю графику и купили эту игру, побежали прямо сейчас или скачали ее в интернете, хоть это считается воровством. Хотя, по-моему, блядь, никакое не воровство, то есть, то, что в нее играю кто-то кроме меня, я что-то не особенно-то верю. То есть, тот человек, который мне дал эту игру, играл в нее, и я. Ну и сомнительно, что кто-то еще. Ну и разработчики, да и то, мне кажется, они разрабатывали с закрытыми глазами, потому что ничем другим объяснить такую прекрасную графику, анимацию невозможно просто. А, что там, намаут. Посмотрите на этих прекрасных зрителей, как они прекрасно прорисованы. Так, начинаем атаку. Незмайлов на Паськова. Прекрасно. Я даже за полчаса ни разу не перешел центр поля, что означает, что игра очень сложна. Это не то, что ваш FIFA, PES, не пишут комментарии, да я тебя там 10-0 обыграл. Давайте сыграем в эту игру. Я думаю, в этой игре никто никому не забьет никогда. Просто смотрите, вот атака. Лузио, удар. Ох, какой сейф Окинфеева, прекрасный момент. Вот это, по-моему, самая опасная из моих атак. То есть я почти добил до их ворот. Роберто Корлас, знаменитейший. И Коржаков хотел перехватить, но перехватывает другой. Но, собственно, тайм заканчивается. Я уже не знаю, что комментировать. Это ужасная, точнее, прекрасная игра. Все покупайте и скачивайте. Всем спасибо.